Вручение главных в жизни документов – паспортов. Поздравил школьников со знаменательным событием глава муниципалитета Андрей Иванов и подарил каждому из них том книги «История государства российского» Николая Карамзина. До Нового года осталось чуть больше недели, но в преддверии Нового года у вас еще один вот такой замечательный праздник. Сегодня, ребята, вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации. Это ваш будет самый главный документ жизни, поэтому паспорт нельзя терять, его нельзя нигде забывать, его нужно беречь. Быть гражданином России – это и большая радость, и большая гордость, но вместе с тем и большая ответственность, ребята. Валерия вместе с мамой пришла в администрацию муниципалитета, ведь поддержка близких очень важна в такой торжественный день. Сегодня такой важный день для меня. Меня пришла поддерживать моя мама, Виктория Алексеевна. Такая цель вот на ближайшее время – получить карту. Свой главный документ из рук главы муниципалитета получили 22 юных жителя Одинцовского округа. Теперь школьники откроют новую главу своей жизни с важными правами и обязанностями. Екатерина Крамер, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцово».